необычные, но высокие гости, не первый раз с нами глава Ешива Мир Иерусалима, рав Ицхак Эзрахи, и глава Ешива Тарамор Иерусалима, рав Амиль Штернберг, тесть нашего раввина Давида Ишуваева, Брухим Абаим Бешем Ашем. Мы приближаемся к празднику Хануки, и как пишет Маймонид, что мицват Ханука, мицва сожигание свечей, это мицва хавива, это мицва, который очень любит, который не, Рамбам не пишет, кто любит, если Всевышний любит это мицва, еврейский народ любит, но, по-моему, все любят это мицва, которую можно назвать из самых любимых мицва, которые есть у еврейского народа. Много можно обсуждать в отношении заповедь сожигания свечей, но я с вашего позволения хотел еще до Хануки чуть-чуть дотрогать темы ханукальные, но которые не напрямую связаны с ханукальной свечей, но связаны с Ханукой. Написано так, что когда Маккабеи, Хашмонаим, они вошли в храм в Иерусалиме, после победы, после греков, они увидели в храме, они увидели все предметы храма, которые использовали для богослужения, которые использовали и для поклонники, и для своих целей. И в том же числе они тоже увидели жертвенника. И вопрос был, что делать, что с этим жертвенником, который раньше был освящен для Всевышнего, и потом греки это используют для водозара. Какой статус есть у этого жертвенника? Написано так в Талмуде «Ганзу бейт хашмонай». Так написано в Талмуде «Масехет аводазара дав нумбей», что Маккабеев, они взяли эти камни, которые были жертвенники, они убрали это, они убрали в это какое особенное место. Больше не использовали это предметы для богослужения. И идет обсуждение в Талмуде, почему. И Талмуд там говорит, что есть такой закон, который изучается из пророка, который написан у Бау ба прицим в хилелуа. Значит, что когда приходят злодеи, и они делают оскорбление храма, значит, храм потерял свою святость. Значит, получается очень интересный момент, что в момент, когда пришли греков в храме, и они осквернили храм, и храм потерял свою святость. Поэтому это мизбеах, жертвенник, тоже потерял свою святость, и поэтому нельзя было это больше использовать для богослужения. А и тогда почему просто не использовали для других целей? Поскольку раньше это использовали. И этот вопрос, конечно, не только касается это мизбеха, это вообще можно на самом деле сегодня задать вопрос. Например, стена плача, которая у нас осталась в храме Иерусалим, какой статус есть у стена плача? Это что-то святое? Или самая стена плача, поскольку пришли римцы, римляне, они пришли в Иерусалим и разрушили храм, это святость уже потеряна. И здесь очень интересно, что я видел галахический ответ, который написал раввин Моше Файнштейн, главнейший галахический авторитет в Америке в прошлое поколение, где ему задали следующий вопрос, какой американский турист приехал в Израиль, стена плача, и как любой американский турист, американцы вообще себя чувствуют как хозяины мира, вообще, он решил, что он будет взять с собой какой сувенир из Котеля Марави. Он взял и отрезал чуть-чуть
А ты на плаче, какой штук камень, что взять с собой этот штук камень обратно в США. И после того, что он задал этот вопрос, он пошел к раввину, спрашивал, если правильно он сделал или неправильно он сделал. Цитируя именно это место в Талмуде, в Авода Зара, где написано, что после оскорбления храма, храм потерял свою святость. Рав Моше Файнштейн, естественно, ему отвечает, что он неправильно себя вел, ему нельзя было это отрезать ничего. И раз, хотя есть мнение, которое считает, что святость уже потерялась, но все равно нельзя относиться к этому равнодушно. И так далее, и так далее. Есть много мнений, которые считают, что до сих пор есть святость храма. Но это только начало разговора по этому поводу, чтобы вам показать, насколько вопрос, который поднимался вокруг Ханука, это касается к нам до сегодняшнего дня. Раби Хананель Менакаш, Господь Бог, закон Израиля, «Лефихах, ибалем Тора, митцвот, шнеймар, Адонай хофец, имען, цикор, ягдил Тора, ויאדיר, קדיש על ישראל».